Фиона. Ужасно выглядишь. Ужасно, но радостно. Я была права, Иона. И отец был прав. Святой источник существует. Жаль, что его нет здесь с нами. Он бы тобой гордился. Софья рассказала, как ты им помогла. Лара, Софья, рада тебя видеть. Яков дожидается тебя в обсерватории. Ты все-таки его нашла? Строители Китежа были искусными мастерами. Здесь они сверялись с Атласом. Иона, потяни-ка за цепи. Есть. Невероятно. Наверное, они использовали его, чтобы проектировать город. Типа древние чертежи. Вот именно. Все исходит из этой точки. Значит, центр города находится под озером. Но что-то тут не так. Собор, в котором находился Атлас, он был не на той стороне карты. Поворачивай. Стоп! Вот оно. Китеж не под озером. Он под ледником. Наверное, святой источник там. И как нам пробиться сквозь лед? Погоди. Этот путь, он ведет в город. Собор находится там, а башня на другой стороне. Это значит, что вход в Китеж должен быть здесь. Вход в Китеж находится здесь. Ты знал. Скоро поймет, где находится источник. Но мне надо спасти Иону. Даже ценой истины, ради которой ты пришла сюда? Он рисковал жизнью, придя сюда со мной. Я чуть было его не потеряла. Хватит. Тогда иди. Делай, что должно.
Если Иона еще жив, то его наверняка держат в бывшем советском лагере. Как бы мне ни претила сама мысль туда возвращаться, я не могу оставить его на растерзании Троицы. Иона, держись. Софья, ты там? Лара, ты цела? Да, я возле старого медиплавильного завода, что над лагерем. Пойду за Ионой. Я знаю это место. Там неподалеку мы устроили тайник с оружием, когда впервые атаковали Троицу. Оружие тебе пригодится. Спасибо, Софья. Увидимся, когда я выберусь. Они захватили Иону и Атлас. Господи, зачем он пошел за мной? Но если бы я не отдала им Атлас, его бы убили. И меня тоже. Все еще есть надежда, что они держат его где-то живым. Я должна его вызволить. Я не позволю, чтобы он здесь погиб. Только не из-за меня. Я этого не допущу. Держись, Иона. Я найду тебя. Снова пропаганда. Пока что везет. Старую шахту патрулировать не посылают. А что там такое? Я порушил.
чистила пещеру. Там безопасно? В пещере безопасно. Отправляйся туда поскорее. Спасибо. Вот, возьми. Яков велел тебя оберегать, но оберегать нужно было явно не тебя. Твой друг, мне так жаль. Уверен, он выжил. И я на это надеюсь. Thank you.
Пока что везет. Патрулировать не посылает. А что там такого? Я по-русски не очень, но слова «опасно» и «уран» понимаю. Поверь мне, нам туда не надо. Это та самая... И он еще там. Смешиваю ингредиенты. Что там с патрулем? Только что послушал их переговоры. Они уже в пути. Где они? Они... О, нет, идут прямо к тебе. Попробуй проскользнуть мимо них, но я боюсь уже поздно. Прости, Лара. Thank you.
есть противоядие. Не скажу, что прямо горю желанием. Если сработает, то я сделаю себе встречу с тобой в долине. Я дам тебе знать, как доберусь до туда. Привет! Нас работали в шахтах красных. Даже когда мы прогнали врага, люди продолжали умирать от странной болезни. Видела шахту у старой базы красных? Многие из наших погибли там. Я готова помочь. Что нужно делать? Первым делом нужно узнать, сколько возможно о захватчиках. Нужна любая информация. Отправляйся в старую тюрьму. Врать не буду, там опасно. Но информация того стоит. Так ты поможешь? Отправлюсь, как только смогу. Буду ждать здесь. И спасибо.